Институт геологии и нефтегазовых технологий посетила делегация Роснефти, Башни и Пинеф. Встреча состоялась в рамках проекта по изучению доманиковых отложений Республики Башкортостан. Мы, собственно, сегодня прибыли с визитом в КФУ с целью как раз-таки найти точки соприкосновения, где наши зоны интересов пересекаются. Ну и хотим, собственно, наладить плодотворное сотрудничество как в научной составляющей, так, может быть, и в ученической сфере, то есть в том числе подготовки кадров. Что касается области интересов гостей, то они затрагивают, во-первых, нефтематеринские породы, Баженскую свиту в Западной Сибири и Домониковскую свиту в Урал-Поволжье. Также в область их интереса входит низкопроницаемый коллектор, проще говоря, трудноизвлекаемые запасы, которые сейчас осваиваются в Российской Федерации. Одним из новых, наверное, сегодняшних повесток встречи является, это, конечно же, взаимодействие в рамках проекта «Приоритет-2030». То есть, как уже озвучивалось, на открытии нашим гостям интересны наш проект в области декарбонизации и все, что связано с ESG, скажем так, направлением. Далее гости посетили лаборатории Института геологии и нефтегазовых технологий и Химического института имени Александра Бутлерова. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.